Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы в очередной раз будем прятаться друг от друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам мы снимаем эту серию. Ты чё там ржёшь, дебила? Я просто такая большая голова и такой умный. Да. Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серии с прятками и троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будем записывать. Джек, я сразу бегу сюда, чтобы ты не подумал, что это твоя карта. Пошел. Я пошел. Отсталый просто. Все, иди отсюда. Давай, пока. Ну что, ребята, давайте будем приступать. Я быстренько вам покажу, что у меня за карта. Я не строил прямо охренеть, что там такое, какое-то огромное, задуманное. Но у меня, можно сказать, противостояние ада против рая. То есть, как видите, тут все такое хорошенькое. А, то есть, цветочки, солнышко где-то там. И вот все светится. А вот тут у нас лава, эндермены. И вот горит все, обсидиан, бедроки, многое другое. Тут очень много места, чтоб я где-то спрятался. Много всяких таких наваленных структур и строений. Но на самом деле я спрячусь на самом видном месте, которое только когда-либо могло быть в нашем в нашей рубрике троллинг прятки. Если Жека меня найдет за одну секунду, если он сразу проверит то, что это я, я встану и просто выйду с этой комнаты. Потому что я вот это строил 2 часа. Думал, что строил. Если Жека меня найдет за пару секунд, я просто выйду с этой комнаты и больше не вернусь, потому что это будет не смешно. Ну вот давайте посмотрим, что мне там Жека построил. Сейчас быстренько его найдем, как обычно, и вернемся на мой тролльник и посмотрим, смогу ли я его опять затроллить этими прятками. Да. Я в эфире. Ну, в общем, Эдисон, давай, иди. О, я забыл F1 нажать. А, ну ладно, я тебя не видел. Сейчас я типа сделаю вид, что я тебя не видел. Сейчас быстренько поищу тут где-то. Так, Жека. Давай, Эдисон, ищи меня. Ты сможешь найти, я тебе правду говорю, ты меня сможешь найти. Нет, ты не паук, ты не паучина. Может, вот это ты, а? А ща, дай я спаунпоинт тут поставлю, спаунпоинт. Так, это точно вот ты, да, Жека, признавайся. Нет, это не да, ты. Да, это я. Нет, это не привет. Ты. Это не ты. Вот ты сейчас, подожди. Эдисон, давай, ты меня сможешь найти. Я тебе уверяю, тут меня найти очень-очень просто. Ай. Иди по моим лабиринтам, ходи. Так, а чё у меня звука нет, уже ко мне нужно на паузу туда поставить? У меня тут много людей сзади меня уже гоняется. Да ладно, нет, это был не ты. Так, сейчас звучок включу. Я тебя найду сразу же, Жека. Сейчас. Ой, где? Хорошо, я не там появился. Так, тебя очень просто найти, да, ты горишь? Да, мне очень просто найти. Ты точно не в геймоде один, Жека? Проверь. Не, я не в геймоде один. Ты не в геймоде. Не переживай. Не. Какой-то подозрительный? Аааа! Это реально ты был! Да смысле ты сделаешь? Чё за прикол? Я 500 раз вокруг тебя прополз, а ты меня не заметил. А тут я к тебе навстречу пополз, я сразу... Жека, я сразу сказал, какой ты подозрительный, потому что ты топал быстрее, чем другие пауки. Я сразу это заметил. Ты охренел совсем! Ты охренел, я сосредоточил свои мозги! Так, ладно, Жека, ладно. Да, как всегда, Эдисон меня нашел за 2 секунды. Нахрен я строил такую большую карту, чтобы это везде искал, да? Эдисон нашел меня за 2 секунды, нормально. Ой, чё у меня за звуки, Жека, на карте такие страшные? Ай. Очень страшные звуки у меня. Ай, Жека, ща. Все, я выключил звуки. Жека, все, включай F1, включай F1. А что это за драконы летают, я не понял. А вот так, включил F1. Да, включил F1, давай. Жека, ты не смотришь? Что? Ты точно не смотришь? Не. А если подумать хорошенько? Да не смотрю. Не смотришь, да? Это твои драконы, это вообще пиздец. Давай. Не смотришь, Жека? Сейчас. Да подожди, просто у меня тут такое секретное место, что ты хрен найдешь меня, если честно. Сейчас. В этот раз я такое секретное место построил, что никогда меня не найдешь. Давай, Жека, давай. Да, я буду опять всю серию тебя искать, да. Включай F1. Я пошел. Ты почему всю серию? Ты в прошлой серии меня нашел сразу же. Чё, ой?
Да? Ну ладно. Чё, ой, ладно, чё, ой, чё, ой, Жека? Да чё? Я пришёл случайно на свою карту, зачем ты зашёл? Чё ты тут понастроил? Что это за зомби тут? Так, ага. Чё, ой? В смысле, ты, Жека, я тебе сразу сказал, до постройки, до того, как мы начали запись, то, что я такую нахрен карту построил, ты меня никогда не найдёшь. Давай, ищи. Я уже понял, я понял, я сейчас тебя изи найду. Знаешь, как ты меня изи найдешь, если у нас опять майн залагает, если я опять буду не лежать, а стоять? Это просто охренеть будет. С этим майном? А, то есть... Да ищи, давай, ищи. Ага, ты... Ищи. И да, все, ты ничего не... Ты ничего не слышал, ищи. Да нет, ты моб, я знаю. Да, да. Так, хорошо. Так, тебя тут нету, тут тебя тут... Чё ты тут вообще понастроил? Вообще ничего понять не могу. Я тебе сказал, тут такое секретное место, ты никогда не найдёшь, Жек. Давай, ищи. В лаву! Нет, мне кажется... Может быть в лаве, да? Ищи, Жека, ищи. Да нет, я тебя сейчас найду, сейчас подожди. Думаешь? Подожди, буквально 2 секундочки, я тебя сразу найду. Давай. Раз! Нашёл! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Всё, ты спалился. Да. Может быть. Ну. Подожди, это что такое? Это ты? Это ты? В смысле? Куда ты там поплыл вниз? Я не понял. В смысле я? Эдисон, куда? Где ты? Я тебя не могу ударить. В смысле я? Ты что, с ума сошел? Иди отсюда! Отстань от меня! Жека, я великан, ты не можешь меня бить! Ты не можешь меня... Жека, отстань от меня, я слишком большой, нет! Почему ты не умираешь? Не знаю, потому что я великан. Почему ты не умираешь? Это ты спалил! Это было легко! Легко, да я... Я в таком месте спрятался! Ой! Ты не умираешь, ничего понять не могу! Я не отстань! Как, почему ты не умираешь? Отстань от меня, нет! Сколько раз я должен ударить, еще чтобы ты умер? Жека, отстань от меня! Жека, ты меня исчезаешь почему-то! Да, но ты понимаешь, что это было самое секретное место во всей вселенной? То есть, ты понимаешь вот это? На самом видном месте! Отстань от меня, Жека, все! Я тебя уничтожу, Ну все, короче, я спалю, как бы, убиваешься просто. Да, ты, да. Да, не убиваюсь, конечно. Да! Паскуда. Ой, Жека. Это было просто самое легкое, да, самое легкое, понимаешь, да. Да, искал меня 3 минуты, да. Давай. Так. Ну ладно, если не прячься на моей карте, как бы, я подожду маленько, давай, ищи. Прячься, давай. А, нет, подожди, давай я вначале на твоей спрячусь. Нет, почему? Ладно, давай, по очереди. Да, давай. Ну что, Жиндос, ты спрятался, ну что? Да, я спрятался на твоей карте, надеюсь, что меня тут не найдешь. Заходи, я буду тебя ждать, давай. Да. Не найти на моей же карте, да? Так, ладно, надеюсь, ты не в лаве опять, пожалуйста, то я тебя тут точно не найду. Ну, я же не так хреново спрятался, как ты, понимаешь, да? Это кто кого нашел за 3 секунды, я просто не помню. Так, я просто не рассчитал немножко скорость бега этих NPC. Да. Это не считается. Не рассчитал, да, конечно, так. Нет, это не ты, так, ладно. Давай. Ты справишься, ты сможешь меня найти, ты сможешь. Жека, вот не подумай то, что я что-то подглядываю или что, но можно тебе вопрос, почему у меня дома открыта дверь, если я ее оставил, ну, закрытой? Ну, потому что когда я тебя искал, я там искал тебя. Да? Значит, мне паранойя просто. Чё он там ржёт? Так. Да нет, Эдисон, я тут посижу, да? Подожду тебя, мне в принципе интересно, даже очень вот смотрю на карту. Говнюк! Как? Ты 500 раз передо мной прошел! Жека, ты понимаешь, когда ты превращаешься в такую хрень, тебе нужно прямо стоять, а ты боком стоял, боком, понимаешь? Да, смотри, я стоял прямо. Смотри, вот. Смотри, сейчас. Давай, стань, как ты стоял, вот. Вот, встал. Да, вот сейчас прямо, но вот только что ты стоял боком, развернутый. Вот так вот? Да, вот так. Потому что ты мышкой шевелил. Да блин, видимо, я на тебя посмотрел. Вот именно. Нет, твою мать. Ребята, это просто невозможно. Я не знаю, как от него прятаться. Иди прячься на моей карте, я буду тебя ждать. Давай. Ой.
Ой, какой ты... Спрятался он, да. Нельзя мышкой шевелить, Джека, не понимаешь? Нельзя. Так, нажимай на F5, на F5 нажимай. Ой, на F1, точнее, F1, да. Ну, давай, я жду, давай прячься. Думаешь, можно? Думаю, да. Подожди, Жека, подожди секунду. Если опять байн залагает, если ты увидишь не меня, а кого-то там другого, я тебя убью. Я тебя просто зарежу, понимаешь? Угу. Ты со своим драконом заколебал, я пошел его уберу. Удали, а то он бесит даже меня. Он даже меня, Жека, бесит. Так. Бешеного дракона. Летает, да. Ну что, Жека, будешь меня сейчас искать, я просто тут спрячусь, надеюсь, то, что я опять... Я найду. Не залагает, да. Надеюсь, что не залагает. Ты по-любому тоже кристалл, я прям в этом что-то уверен. Я почему-то в этом уверен, ты тоже сраный кристалл. Нет. Думаешь? Нет. А может, таки да? Нет. А может все-таки да? Нет. А может да, а может нет. А может все-таки проверю? Так. Я, конечно, не хочу ничего говорить. Я не хочу ничего говорить, но, по-моему, когда я ударил, я слышал... Кого? Чё ты слышишь, Жека? Не могу. В смысле? Я вообще никого сейчас бить не могу, что за фигня? Чё ты слышал? Я не могу понять, что ты вообще творишь, где ты вообще? Это ты был, лол! Где? Я не могу сейчас вообще никого, ни одного NPC ударить почему-то. В смысле, где я был? Жека, я не могу ни одного NPC ударить. Ты тут был, я видел это, куда ты делся? Жека, ты с ума сошёл, где я был? Откуда? Я не могу ни одного NPC ударить. Он не на одни... А не могу. Жека, ты не... Ты вот тут был, теперь я тебя ударить не могу, Эдисон. Ты не на F1 ходишь, ты не ходишь на F1, ты меня как-то там спалил. Я где я? Я вообще не могу понять. В смысле? Ты был вот тут, я не знаю где ты сейчас, но ты был вот тут. А теперь не могу... А, теперь тут нету, теперь отлично. В смысле нету? Чё, о чём? Ты по-любому... Эдисон, я видел, что ты там, я когда ударил, ты было такое... Так NPC не делают. Да не было такого, чего ты вообще говоришь? Было! Я вообще ударить не могу. Какие я что такое не могу понять, Жека, что ты вообще там делаешь? Где? Эдисон, я тебя нашел, так нечестно, ты убежал куда-то. Ты был тут. Я не понимаю. Я видел, ты был тут. Я не понимаю. А этого теперь ударить не могу. Почему я этого ударить не могу, NPC, скажи мне? Я не понимаю, о чем ты разговариваешь. Так, давай ты сейчас не будешь меня троллить. Вот это ты, я уверен. Эдисон, почему тебя бить не могу? Да, это я, ты меня раскусил, Жега, да. Сейчас убей меня, да. Ты правда в геймоде, как я тебя убью? Да не в геймоде. Так. Я уже третий раз повторяю, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо, Эдисон, вот скажи честно, ты там был под кристаллом этим. Нет. Да. Каким кристаллом? Вот сейчас поклянись своим подписчикам, что ты там не был. Давай. Каким кристаллом? Я не поймал, он бредит. Каким кристаллом? Ты был под кристаллом. Понимаешь, я ударил этот кристалл, а потом услышал. И увидел под кристаллом еще вот этот. Какой кристалл? А, вот ты! Нашел тебя, говно, умри! Вот так тебе! Перевернулось у меня. Это было легко. Эдисон просто врун. Легко. Сейчас побить полчаса, потом сказать то, что это было легко, да. Просто так нечестно. Ты перепрятался. Да, ты перепрятался. Да. Перепрятался. Давай. Слушай, Эдисон, мне кажется, на этом можно заканчивать, потому что... Ты вообще лох, я тебя нашел 2 секунды, вот. Да, Джек, это мое место. Ну что, ребята, в принципе, мы будем дебилой кусать. Ребят, на этом мы уже будем заканчивать, ставьте большие пальцы вверх на вот эту серию, если хотите больше пряток и больше троллинга, чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Ну что, гори, недоразвитый. Да, ребята, большое вам спасибо за просмотр, ставьте лайк, как уже сказал Эдисон, и пишите ваши комментарии, мы будем их обязательно читать, вот. Я пошел увеличивать свою голову, делать операцию пластическую. Да, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Все, пока. Дебилы.